Люди, чья профессия наблюдать за реакцией. Речь о химиках, которые отмечают сегодня свой профессиональный праздник. В баскет-холле по этому случаю смесь поколений. Словно по цепному принципу, по стопам родителей идут дети, а затем и внуки. Ксения Жаркова о крепких традициях. От разработок школьников до продукции крупных предприятий. На выставке достижения республики в химическом секторе. Сейчас открыть свое дело гораздо проще. К примеру, в технополисе «Химград» построить бизнес помогут с нуля. Когда у нас приходит будущий резидент, к нам мы прикрепляем к нему менеджера, и он полностью ведет его от и до. То есть от производства, которое ему нужно, да, от аренды до подбора кадров. В этом зале те, кто посвятил химии жизнь. В какой вуз поступать, в их семьях не обсуждается. На сцену выходят династиями. Чигвинцевы впятером работают на Нижнекамск нефтехимии за вклад в развитие промышленности. Их наградили памятным знаком. Я бы желала даже, чтобы мои внуки работали, не только дети. Потому что это уважение, почет. Химия, нефтехимия – основная точка роста экономики Татарстана. Поэтому внимание к растущему поколению. В республике есть на кого возложить надежды. Татарстанская школьная команда заняла первое место на Всероссийской олимпиаде по химии. Мы сегодня можем реализовать любой самый крупный проект в нашей стране. Кто построил в новой России новый завод? Танека – это Татарстан. Кто строит новый завод по газохимии? Завод удобрения 25-30 лет никто не строил. Опять Татарстан. Молодым ученым и трудовым коллективам за большой вклад в развитие химии вручили памятные знаки. Ксения Жаркова, Адель Мендубаев, Вести, Татарстан.